Приветствую вас, дорогие зрители! Канал Тайный Шоу-Бизнес расскажет вам о последних новостях и сплетнях звезд. Возможные трагические новости. Живем мы в трудные времена. Я попрошу вас поддержать канал, поставить лайк и подписаться. Российские СМИ сообщили о вероятной смерти популярной актрисы Анастасии Заворотнюк. Еще год назад у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк заподозрили рак мозга, а теперь российские СМИ каждый день рассказывают пугающие подробности состояния актрисы. Отек мозга, частичная парализованность и другие последствия онкологии – со всем этим якобы приходится бороться Заворотнюк. Также перед операцией звезда успела написать завещание. Однако недавно директор артистки Стас Христов заявил, что вскоре его подопечная даст больше интервью на телевидении. Поставьте лайк и подпишитесь. Теперь же в СМИ рассказали, что, вероятно, Заворотнюк умерла. Последние новости об Анастасии Заворотнюк появились на телеграм-канале «Только никому». Источник заявил, что любимица публики скончалась в Европейском медицинском центре на улице Щепкина в Москве. Однако никакого подтверждения этой информации нет. Поставьте лайк и подпишитесь. Решетка нам пишут ужасные новости. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Уважаемые коллеги из СМИ, обращаем ваше внимание, что распространять дальше эту информацию как 100% факт нельзя. Публикуем это только потому, что официальная позиция скрывается, а существующие противоречивые комментарии еще больше запутывают суть событий, объяснили представители канала. Никаких официальных подтверждений тому, что Анастасия Заворотнюк умерла, нет. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк и подпишитесь.